Rainbow English, учебник 5 класс, Unit 3, Step 4, упражнение номер 4. Расскажите про Вильяма и Джерри и скажите, какой стиль жизни или образ жизни вам нравится больше. То есть мы сейчас составим рассказ про Вильяма и составим рассказ отдельно про Джерри. Ну, какой из них больше нравится, это вы сами там разберетесь. Нам главное правильно построить предложение. Так, строить мы будем предложение во времени present simple, настоящее обычное время. Так как мы будем рассказывать про третье лицо единственного числа, то есть он, там она, то, ну, здесь он будет, оба варианта, то мы будем не забывать ставить к глаголам окончание s. Надеюсь, это вы еще не забыли, да, что мы это должны делать. Итак, составляем рассказ про Вильяма. Я не буду делать 1, 2, 3, 4, просто по порядку будем печатать. Ну, я печатать, вы читать, что происходит. Итак, Уильям. Мальчик у нас, да? И затем идет инфинитив, то есть неопределенная форма глагола. Везде. To get up early – это вставать рано. То есть не встает, не будет вставать, именно вставать, неопределенная форма. Для того, чтобы поставить ее в present simple, мы должны поставить или просто get, или же в нашем случае нужно добавлять s, gets. Ни в коем случае to списывать вам не нужно. То есть William gets up early. William встает рано. Чтобы не повторяться с Уильямом, теперь будем писать he. He, то есть смотрите, to мне не нужно. To do morning exercises – это делать утреннюю зарядку. He do с окончанием, но здесь не просто s, тут и s, потому что do заканчивается на o. В таких случаях нужно добавлять именно и s. He does morning exercises. Затем, to eat porridge in the morning – это есть кашу утром. He eats, видите, s-ку сразу добавили, porridge in the morning. Он ест кашу утром. Четвертое. To drink orange juice – пить апельсиновый сок. Ну, давайте здесь снова William напишу. William drinks, опять же S, orange juice. To keep regular hours – это значит поддерживать или, как же там сказать, забывая вечно, режим. Соблюдать, вот, соблюдать режим. He keeps, с эской, regular hours. Not to spend much time on computer games and television. Не тратить много времени на компьютерные игры и телевизор. Вот здесь у нас отрицание. Что делаем вот в отрицании? He. Ну, я думаю, эти фразы вы помните. Doesn't. То есть вот это в present simple мы вот так делаем отрицание, если у нас единственное число в подлежащем, то есть he. Был бы там множественное число, кстати, напомню, был бы don't. Но у нас единственное. He doesn't spend уже без эски. Эска вот, она сюда и спрыгнула. He doesn't spend much time on computer games. Ой, секунду, наоборот. Games and television. То есть он не тратит много времени на компьютерные игры и телевизор. To run in the park on Sunday morning. Бегать в парке утром в воскресенье. He runs, опять вернулись к эскам, in the park on Sunday morning. Восьмерка. Ой, много их тут. Восьмерка. Not to eat many cakes and much bread. Не есть много тортиков и хлеба. То есть он не ест много тортиков. Ну и поехали. He. Опять же doesn't. У нас отрицание. He doesn't eat many cakes and bread. Ладно, he уже много. Теперь Вильяма будем. William. To go to the swimming pool three times a week. Ходить в бассейн три раза в неделю. То есть Вильям ходит в бассейн. William goes. Мы уже поняли, да? А, нет, еще не поняли. У нас тут было does, делает, а теперь goes. Ну, то же самое. Go заканчивается на o. Из-за этого добавляем именно и s. William goes to the swimming pool three times a week.
Так, и последний, наконец-то, he, to do what is good for health. Ой, пардон, это же не последнее. Он делает, что хорошо для здоровья, то есть он делает. He does what is good for health. Ура, последний. Not to go to bed late. Не ложиться спать поздно. He, отрицание, doesn't go to bed late. Фух, написали. То есть так, надеюсь, вы запомнили примерно, да? То есть человек там все соблюдает, в общем, все положительно, режим, спорт и так далее. Теперь смотрим у нас Джерри. Так, номер два. А, подождите. Ну, я вот так отступлю. Итак, Джерри. Ну, в Том и Джерри, небось, многие видели имя, имя мальчика. То есть мы тоже he будем писать. И смотрим, что же тут происходит. To get up late. Вставать поздно. Ну, то есть работаем так же, работаем с эсочкой. Ой, зачем я два поставила? Мы просто Джерри возьмем. Джерри. Не туда. Джерри gets. Эска все то же самое сохраняется. Up late. Джерри встает поздно. Второе. To eat breakfast in bed. Завтракать в постели. He eats breakfast in bed. Он завтракает в постели. Третье. To drink three cups of coffee in the morning. Пить три чашки чая, кофе утром. Он пьет три чашки кофе утром. He drinks three cups of coffee in the morning. Затем, to drive to work. И ехать на работу. He drives, сказать то же самое, to work. Пятое, to spend much time on computer games. Проводить много времени или тратить много времени на компьютерные игры. Ну, давайте тут Джерри снова напишу. Джерри spends, тратит much time on computer games. Шестое. To watch television a lot. Смотреть телевизор много. He watch. В случае, когда у нас шипящее в конце, мы тоже не просто эску вот так добавляем, а именно ES. He watches television a lot. Он смотрит телевизор много. Семерка. To stay at home at weekends. Оставаться дома в выходные. He stays at home at weekends. Восьмерка. Not to walk in the park. Не гулять в парке. Отрицание. Мы уже встречали с Уильямом. He doesn't walk in the park. Девятка. Not to go swimming. Не ходить на плавание. То же самое отрицание. He doesn't go swimming. Десятка. Тут как-то полегче, да? Такие коротенькие предложения. Десятка. Eat a lot of supper. Ой, eat a lot for supper. Есть много на ужин. He eats a lot for supper. То есть поздний ужин это прямо у нас. И not to go to bed before 2 or 3 in the morning. Не ложиться спать до 2 или 3 утра. Опять же, ну давайте я Джерри снова напишу. Джерри doesn't. То есть то же самое у нас идет отрицание. Джерри doesn't go to bed before, то есть до 2 or 3 in the morning. Итак, надеюсь, ну я это все не хочу заново читать, то есть надеюсь, вы в течение видео все это просмотрели, расслышали, то есть для себя выберите, учителю просто скажете, какой из этих распорядков дня, или как тут у нас сказано, какой стиль жизни, то есть образ жизни вам нравится больше, ну скажите, что нравится или Вильяма, или Джерри.